Холодно, пасмурно, противно, сыро. Хотя мочилова нет, и на том спасибо. Но так какая-то невнятная морось. Ну точно, точно погода такая. Как и обещали, осенняя. Ну вот тут в большой теплице, которая с дырами. Ну вот такое вот творится. Вот капуста лопухается со страшной силой. Ай, перешагиваю. В основном кальраби почему-то оказалось, хотя я надеялась, что у меня калибус будет. Вот. Ну, вот такая она лопухастая. Это салатик. Пак чой, мизуну. Пошла в цвет, стала горькая, противная. Все это я повыдергивала, повыбрасывала. Ну и ладно. Все равно ее никто не ел. Вот. А это обычный самый салат, который такую очень стройную пальму превратился. Вон там он такой. О. Вот. Кальрабочки уже хорошие. Я думаю, что... Ну, еще посидят 2 недели, и можно уже на салатик выдирать. Потому что все равно тут жутко густо. Вот та самая свекла, о которой я говорила. Вот одна. А вот вторая и третья. Во. 3 свеклы у меня будет в этом году. Но растут они как на дрожжах. Вот. Но это вот будет качанная единственная. Вот. Ну, бархатцы, они у меня тут по всей теплице. Очень много уж вырастило рассады. Это купил я бессмертник. Обалденный, огромный. Но погода не для него. Убрала, снова вытащила из земли, сунула в горшок, принесла сюда. Но сырости не любят они, сырости. Пустое место вообще тут должна была быть петрушка, она не взошла. Вообще не взошла, вот от слова совсем. Не здесь. Ни на грядке, нигде. Ни петрушечный год. Зато уж точно капустный. Да уж. Да. Капуста в теплице – это нечто, да? Вот. Перец тоже какой-то, я не знаю, лопухастый. Огромный. Одна ботва. Завязались только 2 сорта, и то я не помню, какие. Хорошо, золотой ключик и Волга точно. Болгарский, как-то он назывался, забыла. Высокорослый куст, вообще пустой. Ну, ботва и все, ботва, я не знаю, что будет, нет. В уголке там вот жуткая была поросль ежовника. Я для своих попиков его оставляю. Вот, пропалывала регулярно. В прошлом году, если кто помнит, у меня тут воробьи тусовались постоянно на ежовничке. Особенно один отличался, воробей Джек. Ну и тут немного огурцов, то есть немного, в смысле половина полосы. Обычно вот вся вот эта вот полоса для огурцов. Вот, ну тут вот... Единственное, что хорошо нарастает, это вот китайские дракончики. Ботву, кстати говоря, тоже много порезала листьев. Ну, что это за лопухи вообще? Жуть, да? И перец мне тут совсем забили. Ну, больше некуда было сажать-то. Вот они. Ну, вот Ксюша, когда уезжала, она много нарвала себе дракончиков, вот они тут. Ну, кроме дракончиков, есть, конечно, еще и такие засолочные, тоже вкусные. Вот тоже уже оборвала крупные. Пока, правда, не до засолки, так будем есть. Надоело мне с этими с банками возиться. Хотя
Хотя, конечно, надо бы. Вот такое вот дело. Тут вот тоже вот качанчик маленький образовался. Ну вот и... В общем, я море тут Батуев, короче. Море. Ой, жалко, что кроликов нету. Ой, обожрались бы капусткой. И выбрасывать прямо жалко. Такой смак. Вот, а дыры, ну, вон там вот, например, огромная щель. И прямо на капустку льется. Это хорошо. Ну, из боков, конечно. Сифонит с потолка, из пазов. Не знаю. А мне все равно нравится эта старая теплица. Ну, хоть бы капусту тут. А свекла тут вообще офигенная. Прет. Оп. Так, осторожно, вылезаю. Все. На этом все.